В Красноярске продолжают разворачивать новые ковидные госпитали. Сейчас такой готовят к открытию на базе глазного центра. Он будет рассчитан на 180 коек. Отмечу, что в городе работают 3 базовых инфекционных стационара, а также несколько вспомогательных. Уже несколько дней пациентов с коронавирусом размещают в одном из удаленных отделений онкодиспансера на улице Московская. Главный врач Андрей Модестов на своей странице в соцсети рассказывает, что команда медиков уже приняла 96 пациентов. У всех ковидная пневмония. Есть среди них и тяжелые, 57 человек подключены к кислороду. Отмечу, что всего в крае развернуто 4771 койка. В Красноярске их 2755, и почти 90% из них уже заняты.